нужен. Ну, есть сила вновь. Этот огонек. Нет, я хотел бы кого-нибудь позвать сюда. Как по скорости? Из тех ребят, которые уверены в своей силе, нормально, в своей мощи. Это гвоздь 300-ка, обычная 300-ка. Диаметр 8 миллиметров. И кто-то попробует ее согнуть. Значит, принимается сгибание без упора в какую-то часть тела. То есть в этом участвуют только руки. В мировой практике существует три вида сгибания, а музыку можно сделать потише? К сожалению, нельзя. Итак, самый сложный вид сгибания – реверс. Держится, сгибается. Показать не могу, не умею. Либо с правой стороны, либо с левой стороны. Второй по сложности способ – андерхенд. То есть из-под рук. Делается вот так, сгибается. И самый простой, самый мощный способ – это андерхенд. Оверхенд, прошу прощения. Это самый французский. Вот из-под этой позиции вот сгибается. Сгибается. А что вы хотели, это вам не болит? Так что желающие есть попробовать. О том, что это не пластилин. Настоящее железо. Ну давай самым простым способом, наверное. Ну да. У нас еще вот так, теперь ломаю. Пробуй. Ну попробуй так еще. Да ты молодец. Да тут есть такой паренек, Кирилл, Саша. Да у тебя есть соперники. Ну-ка, до конца. Красавец, просто красавец. У этого парня большое будущее. Очень сильные руки. Я вам скажу, что в России есть человек, который реверсом согнул Red Nail. Он засертифицирован, является первым человеком в мире, который это исполнил. А, конечно, усилие, которое предлагается на том, сертифицирован стержней тот, который здесь, меньше килограмма 50. Но даже такой гвоздь до закрыть, таким способом, как это сделал молодой человек, это очень тяжело. Не, ну ты уж доламывай, наверное, вот так, бери его. Да, это раз, и своди его до конца. Давай. Отлично. Вот это сила. Вот это здорово. Еще желающие есть попробовать свою силу от своих рук? А можно нам подарок какой-то? Конечно, парню нужно восстановиться. Протеин бар. Можно, конечно. Мэтт. Именно он помогает ему сгибать гвоздь. Наверное, так, да? Так, а у нас участники продолжают разминку для выполнения последнего упражнения. Последнее упражнение – расставить все на свои места. Кто сюда ехал прохлаждаться, кто сюда ехал отдыхать, а кто ехал выигрывать. Можно и так. Разминайте. Кстати, участники могут подготовить фирмы Ребент. Это камера для трудменов. Неудачная попытка, но все же это попытка. Есть еще желающие? Ну, я вам открою секрет, молодой, чтобы не расстраиваться. Это гвоздь не восьмерка, это гвоздь 8,8. Это то, что самое сильное, то, что по ГОСТу производит наши производители. Есть. Давай, Тимур. Что? Тимур Олегбеков, да. Тимур, я не знаю. Так попробуй, если кто-то говорит, что... Тимур разминал. Тимур Олегбеков, что тут говорить? Легенда рязанского спорта, армрестлинга. Перевод спорта. Ну, только без упора. Один из тех, кто портит, всегда портит нервы, Славик Арфову в армрестлинге.
Я думаю, что это говорит о многом. Не Порти, да? Кто-то другой Порти, да? Я Порти! Сказал Максим, да. А у нас есть еще один известный армрестлер, а также хороший друг Тимура, который вытолкнул его сюда же. Мы хотим спросить Максима. Максим! Может быть, вы со своим стальным хватом, с мощными бицепсами руками? Нет, не поменьше. Никак. Не даешь толстый поточек. Дайте поточек, говорит. Нет. Без упора в туловище, без упора. Ну, в любом случае, парни попробовали. Я думаю, они понимают, что это не бумажное, не пластилиновый. Что еще можно использовать? Какое слово? Может быть, Евгения, вы хотите попробовать? Нет, Евгения в этот раз не будет ломать нам гвоздь. Пусть этим займутся мужики. Александр. Попробую. Может быть, он сказал он скромно он. Попробую, сказал он и пошел в бой. Закидывает. Вперед! Вперед, Саша! Вперед, 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 вперед! Давай, давай, давай! Вперед пошел! Пошла! Пошла! Сейчас вдохнет. Ну вот так! Отлично! И все же она не сдается! Порчу, ломаю государственное имущество, да! Скажем так! Ну, вы сами все видели, можно куда-то отправить экспертизу, в лабораторию в Рязанскую, можно в МВД проверить, все ли там нормально. Давай. Просто нет слов. Снова мы забираем обратно, возвращаем к сяду. Распрямите его, пожалуйста, как было. Для справки. Нет такого человека на свете, кто бы это распрямил, я вам точно говорю. Просто нету. Чистая физиология. Дело в том, что когда мы сгибаем, работаем через большой палец всей ладонью. А если нам это придется разгибать, хоть так растягивая, хоть так, работа будет через мизинец. А это слабая сторона нашей кисти. Поэтому не получится. То, что вы увидели в кино, многие как вспоминают о том, что как Вечерков, да? Согнул. Испортил хорошую вещь, разогнул. Вполне возможно, может быть, на длине свыше полуметра или 60 сантиметров это возможно. Здесь на расстоянии одного фута 30,5 сантиметров это нереально. Спасибо за внимание. Если у кого